том, что Бог, обращая свое внимание на своих детей, в первую очередь Он смотрит не на дары, а Он смотрит на характер, на то, какой человек внутри. И если человек внутри исполнен горечи, исполнен, например, сварливости, исполнен какого-то такого, знаете, зла, я бы так сказал, неправильного поведения, мы понимаем, что это Бог хочет менять. И большое заблуждение расслабиться и сказать: послушайте, я одаренный человек, посмотрите, сколько я делаю там, а я вот здесь много жертвую, например. Вы знаете, что есть дар даятеля? Да? И люди жертвуют, и они способны отдать все, что есть у них. Но это не значит, что эти люди живут благочестивой жизнью. Когда они общаются друг с другом, когда... И они могут говорить: да, короче, я знаю, да, я несовершенный, зато я жертвую. Это хорошо. Твое стремление жертвовать – это дар, который Господь поместил в тебя. Но этот дар пришел извне. Мы должны выращивать плоды. И вы знаете, чтобы жить благочестивой жизнью, мы должны понимать, как, собственно, их выращивать. То есть не просто гипотетически, вот придет понедельник, вы знаете, с понедельника творятся все прекрасные вещи, да? Придет понедельник, и в отпуск еще. Вот это два таких момента, когда мы делаем прекрасные вещи, да? И мы должны понимать, как конкретно нам вырастить плоды Духа Святого. Правда? Плоды нашей жизни. Как нам правильно научиться поступать. И чтобы жить духовной жизнью, мы должны прийти к такому вопросу, который я называю для себя духовной дисциплиной. Вы слышали, да, немножко уже об этом, о понятии духовной дисциплины. Что такое дисциплина вообще, как понятие? Мы можем сказать, что в каком-то смысле дисциплина – это как закон. Дисциплина, она полагает предел нашей свободе. Правда? Вот наши дети, как они себя ведут, иногда бывает так, что нам стыдно, и мы приходим и полагаем предел ихней свободы. Мы говорим: так не веди себя. И если ребенок уважает вас, если вы в авторитете, ребенок говорит: хорошо. Да? А если нет, он снова нарушает. И тогда мы говорим: послушай, так не веди себя, потому что... И мы объясняем те последствия, которые наступят после «потому что». Правда? И ребенок уже более осмысленно, он принимает какое-то действие. И вы знаете, что когда мы говорим о духовной дисциплине, я не говорю о жизни, которая выглядит как, знаете, такое врубище. Вот посмотрите на меня. Я человек, который живет в дисциплине. Я дисциплинированный, и я страшно несчастен. Знаете это, да? Когда это можно тоже на наших детях иногда такое увидеть, его продисциплинировали, так сказать, и он страшно несчастен. А есть дети, которые, для них нормально быть в порядке, для них нормально слушаться, это не какое-то сверх там что-то и так далее. Итак, это, знаете, когда мы говорим о дисциплине, очень мне нравится вот это вот сравнение, я бы сравнил это с определенной программой духовных упражнений. Вы знаете, что сами по себе упражнения, они полезны. Хотя тоже для того, чтобы их делать, необходима дисциплина. И для меня яркие такие, знаете, яркая параллель – это человека, который хочет заняться спортом. Вы занимались спортом когда-нибудь, друзья? Да, кто занимался спортом? Ух ты! У нас спортивная община, мы можем просто тут... Может, у кого-то даже есть какие-то КМС? Кто-то есть у нас КМС? Ребе у нас КМС. О, Ира. А Ира кто? Он. А? Ребе был мастер спорта. О, Лариса, вот смотрите. Это вам понятно. Вот так вот, да? Смотрите. Ну, я думаю, честно говоря, скорее всего, все из нас периодически в свой период жизни, может быть, в юношестве или в такой вот молодости, да, думали о том, чтобы заняться спортом.
Думали? Ну, конечно, посмотришь и думаешь, о, надо заняться спортом. Как-то так. И с чего начинается спорт? Начинается с формы, да? Ты подбираешь какой-то зал, и ты думаешь, как ты будешь тренироваться. Предположим, что все нормально, у тебя есть форма, ты выбрал зал, ты купил даже абонемент, ты пошел туда, и ты приходишь, и что ты видишь? Что ты видишь? Какие-то люди делают какие-то движения, и ты понимаешь по логике вещей, первый раз туда придя, что ты должен делать то же самое, что и они. Но ты не знаешь, как это делать. Правда? Это мне напоминает человека, который пришел в общину. Он пришел, увидел, что тут что-то происходит, кто-то как-то служит, какие-то там руки поднимают, песни поют. И он понимает по логике вещей, что он должен делать вот это правильно. Ну, я же стал христианином, я веду себя как христиане, да? Я теперь тоже спортсмен, у меня есть абонемент, значит, мне же надо как-то так же само себя вести. И мы понимаем, что, если вы были в таком состоянии, вспомните себя, да, что ты подошел к одной гантельке, поднимал ее, пошел там другую поподнимал, пришел домой, посмотрел, как бы никакого результата, что-то тут не то. И ты понимаешь, что нужен человек, который бы тебя научил. Нужен тренер. Правда? Почему? Потому что тренер – это человек, который знает, что делать и знает, как делать. И он может тебя научить. И ты берешь тренера. И понятное дело, что тренер, если тренер умный, и разумный, он никогда не даст человеку, который только пришел, максимальные нагрузки. Да? Как будет выглядеть в ближайших два ваших месяца? Очень щадящие нагрузки, короткие тренировки. Но с каждой тренировкой нагрузка будет увеличиваться все больше и больше, потому что изначальная цель не то, чтобы вы поднимали и умирали под штангой там или где-то, но чтобы вы научились делать все правильно и без травм. И вы знаете, что вот этот первый промежуток, это один из тех моментов, когда люди перестают ходить в спортзал. Большинство людей первых два месяца они ходят, они приходят домой, и знаете, что они видят? Что как будто бы ничего не поменялось. Твой вес остался тем же, скорее всего. Ты не можешь поднять больше, все осталось тем же. Как будто ты не растешь. И человек перестает это делать. И это очень сильно похоже на нас, друзья, когда мы говорим о духовном росте. Мы приходим, нам говорят, послушай, тебе надо делать вот это и вот это. Мы начинаем делать, и мы понимаем, что вроде бы наша жизнь не меняется. Более того, это тяжело. Чем дальше, тем больше ты понимаешь. И знаете, какое чувство? Такое ощущение, что меня где-то обманули. Мне пообещали, что будет все легко, что я стану спортсменом духовным, а я тут пробую, а я вообще не спортсмен. Я наоборот все больше и больше осознаю, какой я слабый. Я осознаю, какой я немощный. И появляется большое искушение просто расслабиться. Просто расслабиться. И вы знаете, самое интересное, что умный тренер, он не будет учить человека первое время делать какие-то особенные упражнения. Он будет учить базу. Он будет закладывать основание именно базовых, простых, основных упражнений, которые бы нагружали, например, все группы мышц. Чтобы человек, он полностью, его связки, его кровяная система, мышцы, они привыкли к нагрузкам. Когда мы говорим о духовном росте, я верю, что есть базовая система упражнений духовного роста. Есть, знаете, как бы, есть такие основные дисциплины или упражнения, которые, когда мы их делаем, мы растем. А потом, вот вы видели, может быть, читали, там, например, те, которые уже сильно занимаются культуризмом, они готовятся к соревнованиям. И когда они готовятся к соревнованиям, они не просто прокачивают там, говорят, ноги, качаем ноги, там каждую мышцу, они ее просто там начинаются, и там
такие уже сложные какие-то там, или приседания, или какие-то там что-то другое. К этому доходят единицы. И я вам хочу сказать, друзья, большинство наших проблем, они лежат в сфере очень простой, базовых понятий, основ веры, основ нашего хождения с Богом. И только малая часть наших жизненных проблем находится в сфере чего-то эксклюзивного. Друзья, такого, знаете, по типу, у меня там в роду была бабушка, колдовство, а потом там то, там что-то накручено, такая непонятная. Вот знаете, такое, что надо сесть и с человеком предметно, внимательно говорить о конкретной ситуации. Но такая ситуация одна на 10 тысяч. Она не повторяется так уж и часто. Большинство наших проблем, я вам скажу так, общаясь с людьми, это вопросы взаимоотношений, вопросы характера, вопросы ценностей, наших реакций, того, как мы реагируем на какие-то вещи, как мы выглядим, как, понимаете, да? Это базовые вопросы нашего поведения, нашего хождения и нашего духовного роста. Но иногда мы говорим, не-не-не-не, дайте мне чудо-упражнение. И современный мир спорта, он предлагает различные стероиды, различные какие-то, знаете, такие вливания в жизнь человека, которые растягивают его сущность и вроде бы дают рост, вроде бы дают силу, но на самом деле они калечат его. И мы можем говорить о таких каких-то, знаете, диковинных учениях, об ангелах, о каких-то супер-пупер пророчествах со снами, видениями, привидениями, хождениями, знаете, выхождением, провозглашением, связанием и так далее, и так далее. Послушайте, все это очень интересно подчас, но далеко не всегда эффективно. Далеко не всегда эффективно. И мы понимаем, что тренировки – это всегда тяжело, потому что ты смотришь на других, ты смотришь на людей, которые уже давно, и ты думаешь, я, наверное, никогда не стану таким. Ну, разве можно вот так вот? Ну, понятно, у него, наверное, генетика или еще что-то там, или как-то. Вы знаете, что когда мы говорим о зрелых верующих людях, всегда нужно помнить, что они начинали, будучи незрелыми. Ни один спортсмен не начал с того, что он вдруг пришел, ему сразу он сдал на КМС, например, и все. Вот с нуля, знаете, вот ходил в школу, был ботаником, пришел, записался в секцию бокса и стал чемпионом. Не бывает такого. Всегда должен быть определенный труд. Всегда нужно что-то делать. Поэтому каждый верующий человек, который духовно зрелый, он когда-то, помните это всегда, он когда-то был духовным младенцем. И он имеет то, что он имеет, потому что он делал шаг за шагом простые упражнения. Шаг за шагом. И знаете, есть два простых, есть два слова, которые можем сказать. Это постоянство и упорство. Постоянство и упорство. Два основных слова, которые определяют наш либо успех, либо неуспех. Вы знаете, когда-то чемпион по спорту Шварценеггера когда-то спросили, какие эксклюзивные упражнения вы делаете для того, чтобы вот так выглядеть. Он говорит, все очень просто, база, но я делаю ее всегда. Нет эксклюзивных упражнений. Если вы хотите для духовного роста поехать куда-то и получить, ну, супер откровение, которое было сокрыто до нашего времени, и вот только ему, послушайте, скорее всего, это реклама. Потому что мы, смотря в Библию, мы снова и снова приходим к простым базовым дисциплинам того, как выращивать плоды, того, как расти. И зрелые люди, духовно верующие, они никогда не шли, что такое, короткими путями. И они никогда не сдавались.
Вы знаете, Писание говорит в притчах 24:16. «Семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». То есть праведный человек, он может срываться, но он будет все равно вставать. Это принцип постоянства. Праведник, он постоянен в своей праведности, даже если падает. Выращивание плода духовного, это постоянный процесс, даже если у нас сегодня не получается. Ну, не получилось, ну, хорошо, не получилось, приходи на следующую тренировку. Ничего не меняется. Послушайте, друзья, и я вам скажу так, что есть большая разница между тем, что мы просто ходим по спортзалу и, знаете, купили себе красивую форму, и теми, кто действительно занимается. Мы все ходим в спортзал, духовный спортзал, да? Мы все приходим в общину, мы все что-то вроде как бы выглядим, как спортсменами. Вы помните эту историю про нового русского, который купил яхту и решил покатать свою маму, одел кепку такую капитанскую, говорит: «Мама, смотри, я капитан». Помните, да? Она говорит: «Сынок, для меня ты капитан, для папы ты капитан, но для капитанов ты не капитан». Понимаете, да? Недостаточно купить яхту и назвать себя капитаном. И просто недостаточно стать членом общины и сказать: «Я теперь, короче говоря, вот все. Миссия исполнена. Вот теперь я спортсмен». И мы понимаем, что состояние спортсмена – это очень хитрая вещь. И я уверен, что вы занимались спортом, те, кто поднимал руки. Возможно, вы в свое время могли пробежать 100-метровку. Возможно, 99,9 раз подтянуться. Но сейчас, спустя 30 лет, 2 раза это будет подвиг. 1 раз это невозможно, да. Понимаете, друзья, наша сила, она либо растет, либо мы становимся слабыми. И для того, чтобы спортсмену потерять свою форму, нужно очень мало времени. Очень мало времени. Потому что наши мышцы, они нуждаются в том, чтобы их постоянно тренировали. И мы говорим: когда-то я закончил библейский институт. Вы знаете, у нас очень много людей закончило библейский институт. И ваши мышцы духовные просто раздувались от восторга. Да я учился там, та-да-да, да-да-да. Ох. Простой вопрос: ты хоть Библию когда-нибудь прочитал? Нет. Но зато диплом у меня есть. Друзья, послушайте, недостаточно. Недостаточно. Потому что жизнь верующего человека – это жизнь постоянного роста и тренировок. Я верю, что мы, как верующие люди, должны быть постоянными хроническими студентами. Чтобы, что у вашей сумке всегда должна быть книжка. Вы должны где-то постоянно расти, постоянно двигаться. Знаете, что происходит с теми, кто не растет? Он деградирует. Он не растет. Мышцы делаются слабыми. И когда мы говорим о незрелых дисциплинах, о незрелых христианах, мы понимаем, что, скорее всего, это люди, которые попробовали жить духовной жизнью, жизнью дисциплин, а потом забросили. Сказали: знаете, ну очень, очень уж это как-то не для меня, или еще что-то. А другая категория – это люди, которых просто не научили. Просто не научили. Просто они пришли, а там не было этого тренера, они там подергались немножко или какие-то травмы получили. И закрылись в своем сердце и сказали: слушайте, знаю я этот спорт, спасибо, не надо. Это очень травматично, опасно в наше время. Я так, для общего тонуса. Знаете, есть такое состояние, есть спортсмены, а есть для общего тонуса. Где-то там раз в 3 недели пойду, там что-то там поделаю, типа спортсмен и так далее. Друзья, Бог призывает нас к постоянству. Я верю в это. Я верю, что Бог призывает нас к тому, чтобы мы росли. И вы знаете, что на самом деле все эти упражнения – это не цель. Когда мы приходим в спортзал, основная наша идея не в том, чтобы я научился, как делать правильно приседания. Это не цель нашей жизни. Да?
Но наша цель, например, чтобы наши мышцы были крепкими. И когда мы говорим о духовных дисциплинах, мы не говорим о том, что это вот наша цель, вот именно только это делать. Наша цель приблизиться к Богу. Наша цель принести плода. Написано о том, что тем мы прославим Бога, что мы принесем много плода. Правда? То есть результаты прославляют Бога. Результаты, они показывают Его, они превозносят Его, друзья. И многие говорят, что, знаете, как «я хочу, но я не буду, я не могу, я там еще что-то, там, у меня нет времени, но я хочу, я хочу». И таких людей очень много. И знаете, как говорят, типа, я хочу ходить в спортзал, я хочу вообще, ну, быть здоровым, крепким, но у меня нет денег на спортзал. Ну, слышали такое, да, или там, у меня нет денег на новые кеды. Послушайте, можно подумать, вокруг дома ты бегаешь, да, денег нет, и там в парке ты на турнике висишь, и там что-то там дрыгаешься. Конечно, нет. Послушай, потому что на самом деле ты просто говоришь о том, что ты хочешь. Ты просто говоришь о том, что это важно, я согласен. И вы знаете, согласие с какими-то вещами не делает тебя спортсменом. Согласие с тем, что спорт – это хорошо, не делает тебя спортсменом. Тем, что правильное питание – это хорошо, не делает тебя здоровым, потому что ты так не питаешься. Ты просто внутри согласен. И знаете, как люди берут этот гамбургер, смотрят на него, говорят, да, гадость, но так вкусно. И буду кушать. То есть я согласен с этим, но я не беру ответственность за то, что есть. И вы знаете, когда мы думаем о том, что дисциплина – это удовольствие, это возможность приблизить Бога, мы можем понимать о том, что Писание говорит в Псалме 36:4, «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Утешайся Господом. И какое у тебя есть желание? Я хочу духовно быть сильным человеком. Я хочу перестать реагировать, как маленький ребенок, на какие-то превратности судьбы, обижаться, манипулировать, кричать на кого-то или как-то там делать. Я хочу быть взрослым. Это непросто, но я хочу расти. И вы знаете, на самом деле это вопросы привычек. Это вопросы того, к чему мы привыкли. Исследователи говорят, что необходимо 60 дней для того, чтобы выработать новую привычку и ввести ее как часть своей жизни. Всего лишь 60 дней, полтора месяца, два месяца. И вы знаете, что наша жизнь, она состоит из целого комплекса привычек. Мы привыкли как-то питаться, мы привыкли что-то читать или не читать, смотреть телевизор или сидеть в интернете. Мы привыкли. И здесь необходим рывок для того, чтобы остановить какую-то привычку и выработать другую привычку. То есть это процесс замены одних привычек другими привычками. То, что нас отделяет от нашей цели, теми целями, которые нас приближают к нашим целям. И Иешуа говорит о том, что вы знаете, что дисциплина, она защищает нас от определенных искушений, от определенного давления, которое может приходить извне. Точно так же, когда мы говорим о спорте, физически здоровый человек, он более защищен. Мы понимаем, да, что если ты здоровый парень, косая сажень в плечах, и тебя встретят там 5 человек, в нашей одесской подворотне и попросят закурить, ты можешь им как-то ответить. Твоя дисциплина, она защищает тебя. Да? Мы понимаем, что это также и здоровье, то, что защищает, то есть от каких-то стрессов. Здоровый человек – это здоровый человек. И мы понимаем, что есть силы, которые атакуют верующих людей, которые пытаются нечто украсть в нашей жизни. Иешуа говорил в Гефсиманском саду своим ученикам, Матфея 26:41, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть немощна». Он говорит,
будьте в определенном состоянии, бодрствуйте, то есть будьте активными, молитесь, потому что Дух, Он бодр. И мы знаем, что это было одно из таких серьезных, ключевых моментов в жизни человека. Мы понимаем, что сатана и нечистые духи, они приходят в жизнь верующих людей, и они пытаются навязать свою волю. И мы понимаем, что мы можем привести однажды себя в должное состояние. Знаете, так, пойти на консультацию к пастору, покаяться во всех грехах, съездить на 5 конференций, купить себе новую Библию, и все, и ты вроде как бы хорошо. Но вы знаете, придет такой момент, когда эти нечистые духи, они придут к вам и попробуют проверить, а действительно ли вы приняли такое решение. И Писание рассказывает об этом. 12 глава Матфея, 43-45. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет с этим злым родом». Друзья, они приходят, и если человек не научился противостоять ежедневно, они возвращаются. И мы такое иногда видим, когда человек покаялся, он молодец, все, 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 а привычки не поменял, а не изменил образ жизни, не изменил какие-то порядки, не изменил окружение свое, и по-прежнему так же реагирует, ты смотришь снова в каком-то ужасе, и даже еще хуже. То где-то запил, тот где-то снова там завеялся и так далее. Друзья, это вопрос нашей дисциплины, вопрос нашего роста. И мы понимаем, что на самом деле дисциплина строит в нас характер Бога. Такой характер, который виден другим людям. То есть люди, глядя на нашу жизнь, они могут увидеть определенный плод. Точно так же, как вы можете увидеть человека, который спортсмен. Правда? Вы смотрите, идут разные люди. Вы смотрите, вот этот человек знает, что такое спорт. Почему? У него есть какие-то мышцы, у него какая-то осанка. Он на что-то, не просто он такой, знаете, спортсмен по каким-то странным видам спорта, а конкретно. И мы понимаем, что когда мы видим на человека духовно зрелого, мы видим, что его жизнь, она отображает это. Обязательно. И более того, я вам скажу, духовно зрелые люди, они могут вырастить также духовно зрелых людей. Точно так же, как тренер, мы берем, да, в спортзале тренер, это грамотный спортсмен, который может учить. Мы понимаем, что все мы что-то можем разговаривать, но что ты можешь научить, если ты вчера сам пришел, если ты не знаешь, как это делать, к чему, какие у тебя будут ученики? Точно такие же, как и ты сам. И мы понимаем, что для того, чтобы община росла духовно зрелой, очень хорошо, когда вокруг будет много таких грамотных тренеров, лидеров, которые способны учить. Лидеров, которые способны поддерживать, способны подстраховать, способны, видя какие-то, знаете, как человек делает то или другое действие, говорить, подожди, ты вот здесь вот неправильно делаешь, вот тут руку сюда поставь, здесь ногу сюда, а вот это вот так и не так, или еще и так далее, и так далее. Понимаете, да, суть, друзья? На самом деле не все так сложно, на самом деле все просто. Усердие и постоянство. Усердие и постоянство. Итак, мы понимаем, что есть много разных упражнений. И я бы определил нашу, так скажем, базовую программу достаточно простой. Я не пытаюсь, чтобы вас запутать или, знаете, нагрузить очень большим количеством информации. Для того, чтобы базово расти, необходимо достаточно 7 простых упражнений. И они очень простые и известны вам, точно так же, как спортивные упражнения известны. Да, если я скажу приседания, все знаете, что такое приседания? Конечно.
Аштангу видели? Видели. Вот, это базовые упражнения. Я скажу, молитва, друзья, известное упражнение, правда? Столько об этом говорится, столько об этом и то, и сё, и так далее. Но, тем не менее, мы понимаем, что молитва – это одно из базовых упражнений. Одно из базовых упражнений. И для того, чтобы понимать, как же им тренироваться, все очень просто. Начните с небольшого времени, но каждый день проводите это время в общении с Господом. Пускай это будет 10 минут для начала. Вы знаете, что те же физические упражнения, они не длятся часами. Человек достаточно быстро делает все. Есть перерыв, потом еще раз, разные подходы, да? И возьмите для себя небольшой минимум, но делайте это всегда. Делайте это всегда. Пускай у вас будет 10 минут молитвы для начала. Вы потом, когда будете это делать больше и больше, вы будете понимать, не хватает 10 минут, беру 15 минут, а потом 20 минут. Точно так же, как и со штангой. Ты поднимаешь ее 20 килограмм, потом смотришь, что-то сильно легкое она такая стала. Раз, раз, добавил вес. О, уже тяжело. А потом еще добавил. Но если ты сразу 100 килограмм на нее нацепишь, там ты и умрешь. И некоторые так и делают. Они наслушаются каких-то молитвенных конференций, каких-то, знаете, пробужденцев, а те им говорят, я, короче, такой парень, и я считаю, что это нормально, вот именно вот так вот, знаете, молиться по 8 часов в день. Это нормальная христианская жизнь. И ты такой, да, это нормальная христианская жизнь, я буду как он. И ты первый день 8 часов, второй день ты ненавидишь молитву, третий день ты больше ее ненавидишь, потому что это невозможно, ты понимаешь, ты не живешь, ты не знаешь, что говорить эти 8 часов. Ты все одно и то самое, ты думаешь, нет, короче, я никому не скажу, но это, пускай меня считают недуховным. Послушайте, нарушен простой принцип, принцип постепенной нагрузки. 10 минут не страшно, правда? Не страшно. Но сделайте это. Сделайте это каждый день. Послушайте. И когда вы вкусите вот эту вот особенность общения с Богом, вы поймете, надо делать это больше. Потому что я себя лучше чувствую. Вот моя жизнь, она поменялась. Через месяц это будет 20 минут. Нормально, послушайте. Но вы думаете в перспективе, через 5 лет это будет 2 часа. И это лучше, чем вы, когда вы вырастете в эти 2 часа, чем вы просто назначите себе 2 часа под действием каких-то мотивационных проповедей, а потом будете жить в чувстве вины, что вы не можете это сделать. Аминь. Итак, молитва – первое базовое упражнение. Следующее – это изучение Писания. Не просто чтение, спортивное чтение есть такое. Знаете, как бы ты взял и книгу прочитал, повтори, ничего не помню. Какие-то пророки там, какие-то Амосы, кто-то кому-то сказал, кого-то уничтожу, кого-то там то излью, перелью. И ты понимаешь, ничего ты не понял. Послушайте, для этого не просто читай, но начни его изучать. И тоже сделай это простым подходом. Вы знаете, что если читать 5 глав в день, или даже меньше, 3 главы в день, за год ты прочитываешь Библию. Друзья, это знаете сколько по времени? Если так спокойно и вдумчиво, это 10 минут. 3 главы в день. В интернете полно есть программ чтения Библии на год. Если вы уже молодец и ваш уровень позволяет, вы можете читать за полгода, за 3 месяца, но вы понимаете, что для этого надо туда вырастить. Вырасти в этот уровень и не хвататься за все сразу. Я вас призываю к тому, чтобы вы взяли и прочитали Библию за год. Просто 3 главы. Берете, и там есть конкретно место, вот вы можете рассмотреть. Или возьмите Евангелие и посмотрите, что думают разные люди, какие есть переводы. Не берите много, пускай вы изучите только одно Евангелие за весь год. Послушайте, но сделайте это качественно, вы будете экспертом в этом Евангелии. У вас жизнь впереди. 66 книг в Библии по книге в год.
А некоторые книги имеют одну главу, представляете, ее можно выучить 10 раз. Это уже послание к Иуде, да, Моса там и так далее, они маленькие. И тем не менее, вы будете хорошо в этом разбираться. И заучивание мест Писания – это тоже базовое упражнение, когда ты можешь использовать Писание в своей жизни. Итак, изучение Слова Божьего. Следующее духовное упражнение, оно очень хорошее, эффективное, но не всегда очень популярное. Это пост. Друзья, пост. Поститесь. И поститься нужно тоже грамотно. Потому что, знаете, некоторые так постятся. Сейчас я, короче, ты чувствуешь, Господь, как я жертву тебе приношу. Я именно пощусь. Так, надо как-то, как дотянуть до вечера. Так, значит, кушать нельзя, но жидкости пить можно. Шоколадка, растоплю шоколадку. Да? А потом выпью 2 литра киселя какого-нибудь такого, так, чтобы, да. А потом суп. Суп это не еда. Да? И ты играешь в такую игру интересную. И такой простой вопрос. Вы уже решили начать? Нет? И ты играешь такую игру, знаете, такого состояния, типа, я обману Бога. Когда ты тренируешься для себя, вы знаете, нет смысла во всем этом. Вот реально нет смысла. Представьте, ты такой спортсмен, ты, короче, на спортивной диете, заходишь в Макдональдс и говоришь, так, ха, будем считать, что там это полезно, это не полезно, или еще, ну, зачем? Зачем притворяться, зачем убеждать себя, убеждать других о том, что это тебе полезно, это тебе вредно. Друзья, понимаете, обманывать Бога нет смысла во время поста, потому что пост нужен нам, а не Богу. Послушайте, мы не постимся для того, чтобы Богу стало легче. Пост формирует наш внутренний характер. Пост – это добровольное, осознанное ограничение пищи на определенное время с духовными целями. И пост, он делает наш характер внутри другим. Знаете, когда приходят искушения, мы, будучи научены постом, умеем говорить «нет» искушениям. Когда приходят духовные соблазны, у нас есть опыт поста, а опыт поста говорит о том, что я управляю своими естественными желаниями, такими как чувство голода и своим «хочу». Это инструмент, который формирует нас. Поэтому я не призываю вас к длительным постам. Боже упаси, друзья, ни в коем случае не поститесь много, но поститесь постоянно. Один день в неделю. Не можете? До обеда пропустите один прием пищи. Но не так, что типа, да я все равно мало кушаю, поэтому все... Вот я сегодня не позавтракал, Боже, будем считать это пост. Не так. Пускай это время будет, когда вы больше уделите времени Богу. Пускай это будет время, когда вы будете, может быть, в каком-то участвовать в служении, что-то делать, помогать и так далее, и так далее. Размышляйте об этой сути. И я скажу так, что пока вы не научились действительно поститься один день полностью, конкретно, не переходите дальше. Потому что тогда мы переходим к такому, знаете, состоянию, когда мы не постимся, мы просто голодаем, мы просто скидываем вес, и в этом нет смысла. В этом нет смысла, потому что на самом деле мы не растем духовно. Мы просто голодаем. В этом есть определенная польза с точки зрения медицины, но не больше. Но не больше. Следующее базовое упражнение – это послушание. Очень непростое упражнение, но все же базовое. Вы знаете, друзья, Писание говорит о том, чтобы мы были подотчетны друг другу в нашей жизни, чтобы мы были послушны Богу, послушны той духовной власти, которая есть, поставлена Богом над нами. И это далеко не просто для многих людей. Но тем не менее, послушание – это естественное упражнение для духовно зрелых людей.
Точно так же, знаете, мы можем взять прекрасного тренера, но не слушать его. Просто не слушать. Он вам говорит, делай, а мы говорим, это тяжело. Ты понимаешь, что ты вообще меня просишь? Говорит, ну делай, вот так, вот смотри. Вот раз, два, на выдох там. Не настолько. Я, конечно, да, но до свидания, я так не могу. Мы понимаем, что каким бы хорошим тренер ни был, если спортсмен не послушен, оно все теряет смысл. Просто не работает. Поэтому послушание, следующее базовое упражнение, послушание Господу, послушание той духовной власти, которую Бог поставил над нами. Итак, следующее взаимоотношение – это постоянное участие и личное взаимодействие с верующими людьми, взаимоотношения. Вы знаете, что на самом деле, так случается, что иногда ты общаешься с человеком, и ты понимаешь, что это не общение, это какую-то благотворительность просто. Ты просто оказываешь ему благотворительность. Настолько тяжелый этот человек, настолько непросто с ним общаться и так далее. Но ты понимаешь также, что в этом, в общении, во взаимоотношении с телом верующим, мы помогаем друг другу, мы формируем друг друга, мы предупреждаем друг друга, мы поддерживаем и ободряем друг друга. Поэтому взаимоотношения с телом Христа, друзья, не какое-то обособленное такое вот служение, не то, что ты такой одинокий рейнджер, все знающий, супердуховный и так далее, но взаимодействие тела – это то, что нам с вами необходимо. И следующее, когда мы общаемся, следующее – это служение. Когда мы общаемся, мы понимаем, что у каждого из нас есть духовные дары. И этими дарами мы служим друг другу. Мы помогаем друг другу, мы имеем пророчество. Написано, что Дух Святой каждому из нас дал дары. Мы увещеваем, мы говорим слово знание, слово мудрости. Кто-то учит, кто-то наставляет, кто-то евангелизирует. Участие в жизни друг друга, служение по силам, если ты имеешь служение увещевания, увещевай, да? Если ты умеешь служение начальства или управление, управляй, помогай, участвуй. Аминь, друзья. Это созидает нашу команду, это делает нас сильными, это растит нас. Аминь. Служение. Следующий дар, следующая дисциплина – это даяние. Вы знаете, что это тоже непросто, но это Богом поставленное упражнение – даяние. И даяние связано с нашим сердцем. Когда наше сердце открыто, наша рука открыта. И потому, как мы жертвуем, как мы что-либо даем, мы понимаем, что это говорит о состоянии нашего сердца, друзья. Поэтому я верю, что верующие люди должны быть даятелями. В простоте, при этом размышляя о нужде и смотря на то, что происходит. Итак, очень несложно. И как это все делать? К чему приходить? Вы знаете, что дисциплины должны быть разложены по приоритетам. Мы должны понимать, что это вещь, которая важна. Поэтому я предлагаю вам сделать очень просто. Составить себе тренировочную программу. Они явно хотят, чтобы я перестал. Да? Чувствуете, да? Я предлагаю, чтобы вы составили тренировочную программу. Как выглядит тренировочная программа? Это листочек, на котором написано день такой-то. Раз, два, три, четыре. День такой-то. Раз, два, три, четыре. Упражнения описаны. Сколько подходов? И сколько повторений. То же самое мы можем сделать. Вы можете составить программу, например, на неделю. Вы напишите там среда, молитвенное служение, пост. Да? Вы напишите, например, понедельник, служение там-то, я там-то участвую. В каждый день вы впишите обязательную программу молитву, изучение слова, поставите времечко. Вы можете даже сетку сделать, знаете, галочкой себе отмечать. Вот это я сделал, вот это я не сделал. Составьте на месяц, друзья.
Это несложно. На самом деле надо посидеть 5 минут возле компьютера, повесить это на холодильник и понимать, что это важно для меня. Друзья, это по-настоящему важно. Не просто, чтобы смотреть... И знаете, если захотел в холодильник, перед тем, как открыть холодильник, там должно все заполнить, чтобы все было хорошо. Эти дисциплины, они не должны быть сложными, они должны быть понятными. Вы не должны усложнять ваш духовный рост. Делайте простые вещи с упорством, постоянством, делайте их каждый день. И придет благословение в вашу жизнь. Только не оставьте, я вас просто умоляю, не оставляйте, не прекращайте. Через год я абсолютно уверен, что если кто-то посмотрит на вас со стороны, он может сказать, это верующий. Я вижу в нем Христа. Я вижу в нем этот контур, эти формы. Я вижу эти мышцы сильного духовного человека. Не просто какая-то... Знаете, такая размазня, который махнул на себя рукой и сказал, в моем-то возрасте, или сколько раз я начинал, я когда-то. Послушайте, ваше когда-то никому не интересно. Интересно ваше сегодня. Вы были когда-то чемпионом, это здорово. А сегодня можете повторить? Или только гипотетически? Поэтому для капитанов ты не капитан. А для мамы пойдет, конечно, я не спорю. Друзья, время духовного роста сегодня. Когда нужно делать? Знаете, когда? Не с понедельника, это поздно. Сегодня. Приди домой и сделай план духовного роста. Конкретный, понятный. Еще раз. Каждый день обязательное упражнение молитвы, изучение Писания. Это обязательно. Раз в неделю возьми пост. Не можешь целый день, возьми полдня. Не бери много. Не бери много. Посмотри, где ты можешь служить. Какие служения нуждаются в твоей помощи. Подойди к лидеру этого служения. Запишись туда. Это тебе надо. Тебе надо. Послушай. В спортзал приходят люди для себя, а не для тренера. Для себя. Нам нужно, друзья, приди и спроси, где я могу служить. Запишись и начни служить. Посмотри вокруг и посмотри, есть ли нужды. Может быть, тебе нужно участвовать каким-то даянием, даянием времени, даянием каким-то материальным, какой-то помощью, какой-то поддержкой. И начни это делать. Начни участвовать в этом. И если ты понимаешь, что ты был непослушен в каких-то вопросах, покайся и начни менять свою жизнь. И когда подкатывает такая вот волна бунта, волна того, что хочется что-то сказать, отдергивай себя, потому что помни, ты в программе, ты работаешь над собой. И прошлое было в прошлом, будет будущее, оно будет прекрасным. Будет будущее и будет обязательно плод. Аминь, друзья. Духовный рост – это несложно. Упорство и постоянство. И обязательно будет благословение. Кто напишет план? Поднимите руки. Страшно, да? А что такое? Хотите, я вам напишу. Руки у вас заняты, да? У меня ручки маленькие, я понимаю. Послушайте, вы ж как бы как хотите, да? Вы ж каждый ответственный за свою духовную жизнь, только тогда не сетуйте. Когда вы придете и будете говорить, проконсультируйте меня, у меня такое горе, я вот там вот духовно не могу то решить, то не могу решить, и это у меня с характером. Послушайте, кто виноват? Церковь виновата? Тренер виноват, что вы гантели поднимать не хотите. А так хочется сделать его крайне, правда? Он меня не научил. Он там не то, он не все. Это гантели у вас неправильные, тяжелые слишком. Друзья,
мы ответственны, каждый из нас ответственный. Я за свою жизнь, вы за свою жизнь. Я могу поделиться тем, что я знаю, но я не могу за вас это сделать. Я могу рассказать, как это сделать, показать, но я не буду молиться за вас 10 минут каждый день вместо вас. Я не буду читать вместо вас Библию и все остальное. Друзья, это невозможно. Вы сами ответственны за то, кто вы есть. Не ваш муж, не ваша жена, не ваш там, работодатель или кто бы то ни было. Вы сами ответственны. Возьмите эту ответственность за свою жизнь и растите. Аминь.